в эту игру Spider-Man Zero. Я давно в нее, конечно, не играл. Я ее вообще даже удалил. Но недавно скачал и снова в нее играю. Короче, и, возможно, я скоро сниму видео, где мы вместе с моими друзьями будем играть в эту игру по сетишке, да. Возможно, скоро это видео и выйдет. Короче, ладно. Сейчас все начнется. Так, уже кто-то взял мед 64. Да их двое, их двое, их двое. Все круто. Сейчас им кое-что напишу. Да их тут! Сколько их тут? Алло! Сколько вас тут? Алло! Бобус! Тут несколько штучек. Их тут несколько штук. То есть каждый вот так вот нормально. Давайте втроем ими делаем. Давайте заходим. Да не бойтесь, не бойтесь. Никто не сожрет. Не бойтесь, не бойтесь. Нас никто не сожрет. Нас лишь убьют. Так что не бойтесь, все будет окей. Да блин. Тут тузики. Ну не знаю, может тут найти, конечно. Не знаю. Просто разделились по всей этой фигне. Мы втроём, а там еще один остался, а он с нами теперь. Я фонарик. Я не хочу вперед идти, давайте. Пропадают куда-то. Алло. Ладно, короче, давайте так. Берем это шприц. Шприц мы взяли, так, что еще нам надо взять? Да вроде ничего, можно и не брать уже. Мы и так сдохнем. Ладно, так. Так, так, так. Так, кто тут? Да блин, дай мне залезть туда. Все. Так, надо сразу смотреть, что здесь у меня. Ну, мы как-то тут так распределились прям жестко. Короче, нас тут где-то уже, походу, 5-4 человека. Это много, согласитесь, не правда ли это много довольно-то? Блин, там нас сейчас убьют. Блин, я аж испугался, давайте валим. Метка, хоть кто спасать. Что ты, куда ты бежишь? Кто там? Все, я наконец-то прошел. Блин, я боюсь, я боюсь, я боюсь. Я боюсь. Я боюсь. Что ты там слышишь, Бобус? Мы с тобой на кроватку ложимся. Ешь. Что, серьезно? Там кто тут такой же? Чертик, что вы боитесь? Алло, вот скажите мне хоть. Я сразу всех раскидаю, я вам просто отвечаю, ладно. А, вот он! Он где-то рядом, значит. Вот он! Ну нафиг, мне страшно. Что-то будет делать? А, ты блин! Иди в задницу, ты чертовски тупой. Блин. Я тут. Давай, беги, беги, давай, беги. Сколько нас? Продолжим. Испугался, давай стреляй, да стреляй ты! Да меня сейчас угробят! Да спасайте, помогите, убивают. Все, я бегу. Где она взяла пистолет? Где она взяла чертов пистолет?
пистолет. Да блин! Кто там еще? Кто там? Кто там, блин? А, давайте втроем. Где еще четвертый, я хрен знает. Так, куда еще надо идти по-вашему? Куда? Тут нас все четверо. Все хорошо. Я взял дробовик. Все, хотя у меня нет этого. Мы вооружены. Мы уже вооружены. Мы уже вооружены хотя бы морально. Мы уже вооружены хотя бы морально. Бля! Там отзывы! Мы сейчас все подохнем. Мы сейчас все встанем. Может, как-нибудь можно встать? Нет. Блин! Господи! Здравствуйте, министр! Вы чё хотите? Дробаш, да-да-да-да, ра-та-та! Да блин! Что мне делать-то? Нет, блин, меня сожрали. Меня сожрали. И что мне делать теперь? Я от общаги-то аж ушел как бы. Нафиг. Я от общаги нафиг ушел. А где моя общага? Моей общаги нету. Где моя общага? Моя общага пропала. Не пропала, а как бы все же на месте, да. Все на месте. Короче, давайте продолжать. Блин, реально боюсь. Реально страшно. Ой, привет! Привет, девка. Хоть ты меня можешь защитить хоть как-нибудь. А где другие? Они что? Тоже все подохли? Да как? Блин, ты меня пугаешь. Ты монстрила. Признавайся. Так. Куда попил? Ты меня хотела закрыть, да? Не удалось. Что ты хочешь? Ну что, монстр? Ну давай пошли его оглушать хоть. Так, давайте, погнали. Где-то я там сдох. Вот. Кажется, он со всеми расправился. Продолжать. Тут со всеми, кажется, расправился. Иди в задницу. Мы с тобой не общаемся, да? Девочка, скажи что-нибудь. Мы с ним общаемся или нет? Да ты куда поперла? Мы сейчас из-за тебя все подохнем. Вот он, чел. Чел. С дробовиком! Кажется, он от меня его взял. Ай, да блин! Вали, девчонка, вали. Мы сейчас все станем. Мы все станем сейчас агушей для этого монстра. Так что вали, мы все станем агушей. Мы все станем агушей, ты это понимаешь? Что ты посмотришь? Думаешь, что кто-то там еще есть? Где все? Где? Где ты, девочка? Куда она побежала ты? Куда ты побежала, девочка? Блин, я от общаги реально ушел. Вот, невидимый человек. Сейчас невидимый. Так, надо подкрасться. А дверь открыта уже. Дверь уже открыта. Да блин, меня опять монстр сожрал, но я знаю, где эти пацаны. Мне две попытки еще осталось, вы задрали.
Меня сейчас угробят этим. Давай с тобой вместе. Идем. И пахаем. Вообще классно. Да, монстрик? Я на тебя даже свечу. Показываю, чтобы ты пошел нафиг от меня. Пацан! Надо как-то туда пробраться. Поможешь мне? Да у вас что, нет патронов? Да блин, это страшно! Ну мы его, кстати, обманули. Мы его скоро обманем. Ха-ха, лох. Так, ладно, короче, так, давайте... так, идем. И все, мы прошли. Надо быстро! Давайте! О, мы вдвоем, это норм. Что мы можем как-нибудь, не знаю, спрятаться? Так, окей. Мы куда-то пробрались. Не пойми, куда пробрались. Мы что-то нужны, патроны. Ну, хоть это. Ну-ка. Нет. А ты сможешь открыть? А мы тут все втроем. Это будет очень страшно, если этот мессер сюда придет. Вообще будет офигенно. В скобочках нет. Я ранен? Я не ранен. Ладно. А вот ключ. Сейчас мы его откроем. Или нет? Нет. Патроны. Ну, дверь-то не открывается, я взял ключ. Ладно, пошли на стену. Вы что, тоже боитесь? Да, это с этого наверх идти прям. Блин. Наверх придется. Так, давайте тут. Так, что тут у нас? Тут опять не открывается. Точка доступа. Блин, кто вы задрали. Да валю нафиг, нет, блин! Да мы все сейчас подохнем. Наверное, уже многие кто подохли. Наверное, или я первым подохну. Нет, продолжать, еще много кто живые. Так. Пацаны, девчонки, вы где? Это я добрый. А вот где? Давай, идем. А, это моя нелюбимая спускаться, где монстр. А потом резко сижу, что того. Так, короче, три. Блин, дождите. Мы сейчас сесть-то не могу шить. Что-нибудь думай, пацан. А то не только ты сдохнешь. А мы все. Думай, что там, он же может жить. Хотя бы. Малина, черника. Так, ладно, давайте сюда спускаемся. Тут как раз у нас другой пацан. Дверь, как всегда, нахер закрыта. А что нам еще надо? Так, если что, надо ждать его. Он скажет, что трое осталось. Прикольный комментарий. Не хочу рисковать самим собой. Короче, я не буду рисковать самим собой. Мне надо как-то, не знаю, правильно. Ну, не знаю, может, он где-нибудь
Умница я. Паш, девчонка, девчуля, это мы свои, не бойся. Так, мы все вчетвером сюда приперлись. Значит, все вчетвером мы сдохнем. Это монстр? Это монстр, серьезно? Пацаны, это монстр, признавайтесь. Пацаны, что делать-то? Там, наверное, монстр нас сейчас всех сожрет. Что будем делать? Есть какие-нибудь планы? Нет? Ну и до свидания. Да блин, это Гоша, это блин, нас всех сожрали, все, game over, game over. Да блин, я... game over. Надеюсь, они тоже все подохли. Ну, короче, это было вообще круто. Мы круто поиграли, повеселились. И всем удачи, всем пока. Туалеты.